Нежный и при этом невероятно насыщенный фасолевый крем-суп может стать вашим коронным блюдом, стоит лишь немного постараться. Блюдо готовится из фасоли, нежных сливок и других овощей, рекомендую. Приготовим фасолевый крем-суп в домашних условиях. В кипящую воду кладем картофель и морковь, через 15 минут добавляем консервированный горошек и фасоль, предварительно слив с них жидкость, часть бульона сливаем, оставшиеся овощи с жидкостью превращаем в пюре при помощи блендера, добавляем сливки и перемешиваем, через несколько минут снимаем суп с плиты и подаем к столу, присыпав зеленью. Удачи! Досмотришь инвидо, и я предложу записать список ингредиентов. Вливаем в кастрюлю 1,5 литра воды, готовим овощи, промываем и очищаем картофель, лук, морковь, нарезаем картофель и лук кубиками, морковь режем колечками. Доводим воду в кастрюле до кипения и засыпаем овощи, через 15 минут засыпаем горошек. Сразу же добавляем фасоль, без жидкости. Сливаем часть бульона, овощи и оставшийся бульон измельчаем в блендере до консистенции пюре. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Добавляем в суп сливки. Тщательно перемешиваем, солим и перчим по вкусу, густоту супа регулируем оставшимся бульоном. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Необходимые ингредиенты. Фасоль консервированная, 2 штуки, банки. Картофель, 4 штуки. Лук репчатый, 2 штуки. Морковь, 2 штуки. Сливки, 200 мл. Зелень, 1 по вкусу. Горошек консервированный, 1 штука, банка. Соль и перец, 1 по вкусу. Количество порций, 4-5. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Удачного дня!